Представляем барабанные магазины калибров 5.56 на 45, 7.62 на 51 и 9 на 19 мм от производителя KCI и MacPool. Начнем с модели KCI под патрон 5.56 на 45. Емкость магазина составляет 100 патронов. Магазин состоит из двух барабанов, объединенных в нижней части в один двухрядный магазин. Патроны подаются поочередно из левого и правого барабана, поэтому центр тяжести оружия не смещается во время стрельбы. Магазин изготовлен из пластика, губки магазина стальные, прозрачная крышка обращена к стрелку, что позволяет контролировать остаток патронов. Кроме того, крышка имеет метки с числами. Подаватель магазина выполнен в виде двух лент, имеющих форму патронов 5.56 на 45. Магазин не обеспечивает постановку оружия на затворную задержку. Производитель гарантирует надежность подачи при использовании патронов с пули FMG. Использование патронов с пулями HP и SP может вызвать задержки в стрельбе. Некоторые модели винтовок AR-15 с расширителями шахты магазина или особенной конструкцией шахты несовместимы с данным магазином, так как он рассчитан на использование с мил-спек винтовками. Перед тем, как мы перейдем к обзору следующего магазина, напоминаю, что на канале Custom Guns Shop есть видео об ускорителях заряжания. Они могут значительно облегчить жизнь владельцам барабанных магазинов на 100 патронов. Ищите видео по всплывающей подсказке в правом верхнем углу. Следующий магазин – барабан PMAG D50 на 50 патронов калибра 7.62 на 51 мм или 308 Винчестер от американского производителя MacPool. Магазин совместим с винтовками стандарта AR-10. Магазин изготовлен из прочного полимера с применением деталей из нержавеющей стали. На тыльной стороне есть прозрачное окно для контроля остатка патронов. Под окном находится место для нанесения маркировки на магазин в виде точек. Производитель заявляет, что этот магазин устойчив к падениям и загрязнению. Особенностью этой модели является возможность легкого присоединения в полностью снаряженном состоянии к оружию с закрытым затвором, что, кстати, с обычными магазинами сделать непросто. Для снаряжения магазина предусмотрен рычаг в передней части, который позволяет отвести подаватель для удобного размещения патрона. Ну, кстати, без этого подавателя патроны размещать вообще неудобно. Из-за особенных конструкций подавателя этот магазин не обеспечивает работу затворной задержки. Завершает сегодняшний обзор барабанных магазинов модель MacPool PMAG D50 GL9 PCC под пистолетный патрон 9 на 19 мм. Стандарт магазина Glock. Он подойдет для пистолетов, совместимых с 17-зарядными магазинами Glock и карабинов AR-9. Обратите внимание, магазин несовместим с оружием, на которое установлен расширитель шахты приемника магазина. Магазин вмещает 50 патронов 9 на 19 мм. Яркий подаватель обеспечивает постановку оружия на затворную задержку, если у вас в карабине есть затворная задержка, конечно. Других отличий от рассмотренного ранее магазина D50 под патрона 308 нет. В этом видео мы рассмотрели магазины барабанного типа. Первый. Модель KCI. Емкостью 100 патронов 5.56 на 45 мм. Второй. Модель MacPool PMAG D50 емкостью 50 патронов 7.62 на 51 мм или 308 Винчестер. И третий. PMAG D50 GL9 PCC емкостью 50 патронов 9 на 19 мм. Спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий специально для Custom Guns Shop.